А вот снова надпись «Украина, мы с тобою, Колайкова». В общем, нас сюда бесплатно пустили. Это просто невероятная развлекуха для детей. Вон поезд из туннеля выезжает. Гляньте, сколько вагонов у него. Интерсити. Обалдеть. Кран стоит, что-то грузит. Неужели еще и кран работает? Экран может работать. Остановился поезд, да, на станции встал. Сейчас возьмет пассажиров и дальше поедет. Погодил, сейчас поедет дальше. Это да, а вон смотрите, речка там. Речка, смотрите. Как настоящее все. Там нету воды. Ну там, наверное, это все эпоксидная смола. Папа, это вода. Нет, не трогай, не трогай. Не надо руками трогать. Это как будто бы вода, но это не вода. А кто это? Эпоксидное стекло. Чем не могу влезть в минуту, поэтому видео получается длинное. Пошли дальше смотреть. Он едет. Современная электричка, столько людей внутри сидит, просто обалдеть. Ага. Сюда, пап, смотри, наши облака такие. Да. Сюда? Тут машина ездит. Вон, смотри, машина едет. Машинка едет. Смотри, дом кто я? Строят дом, да. Мини-городок, видите? Строится дом. И не один. А вот мост, смотрите, мост, рельсы. Обалдеть. Мосты и туннели, этот круг. А вон, смотрите, палатки стоят. Да, я хотел пойти в тепло.